По тематике мужчин и по тематике женщин мне задавали множество вопросов, начиная с 94-го, я не ошибаюсь, года. Через интернет задали десятки тысяч вопросов. В итоге все эти вопросы постепенно превращались в богословские ответы, потом в целое исследование по теме, и все вопросы по женщинам за последние 25 лет моей работы имама в московском реальном чате, все вопросы по мужчинам, аяты, хадисы, мнения ученых, все нюансы. Так что, если вы мужчина или женщина, и вам интересны нюансы именно вот по мужчинам и женщинам с точки зрения Корана и Сунны и мнений ученых, эти книги две закроют тематику полностью.